Ну а Якутия и Китай в очередной раз обсудили вопросы инвестирования и сотрудничества в сфере нефтегазового сектора и проект строительства мостового перехода через реку Лену. Сегодня на пресс-конференции министр инвестразвития и предпринимательства республики Антон Сафронов рассказал о результатах рабочего визита в Китай. В рамках поездки состоялись встречи с первыми лицами крупнейших китайских компаний. По словам министра, китайская сторона заинтересована в сотрудничестве, а якутская ищет разные способы привлечь инвестиции для реализации экономических проектов. Китайцы очень заинтересованы с нами работать. Очень много проектов было представлено в прошлом, но мы сейчас будем концентрироваться на 2 или 3 приоритетных проекта. Один из них – это мост, а второй – это инвестиции на нефтегазовый комплекс. Цель – то, что мы должны создать рабочие места в республике Саха-Якутия, и для этого нам надо привлекать инвестиции и хороших инвесторов, которые будут вкладываться в развитие нашей республики и тем создавать новые рабочие места и подключать наши малые и средние бизнесы на цепочке снабжения их предприятий.